этих станков в месяц ходит около 7 миллионов квадратных метров готовой продукции. Это упаковка из картона для товаров разного вида. Предприятие успешно адаптировалось к работе в новых экономических условиях. Сырье и материалы для производства отечественные. Логистические цепочки выстроены. Всю сложную работу выполняют машины. Специалисты лишь контролируют процесс. Чтобы не допустить оплошность, весь персонал проходит обучение. Его оплачивает руководство компании. Научиться управлять технологическими гигантами может каждый, даже без предварительного опыта работы в данной сфере. Нас, например, отправляли в Московскую область, город Истра, на обучение. Мы там стажировку прошли, сейчас работаем, все отлично. Перерабатываем заготовки, которые делает нам линия ПХС. Мы из них делаем, из этих заготовок, лотки, коробки, под овощи, под фрукты, под ламинат. Наносим печать 4 разных цветов, делаем высечку. Потом это все собирается вручную и отправляется заказчику. Готовую продукцию хранят на складах общей площадью 20 тысяч квадратных метров. После выпуска с завода она отправляется в российские регионы на предприятия сферы пищевой промышленности и агропромышленного комплекса. Сейчас завод стремительно наращивает объемы производства. В планах выпускать до 190 миллионов квадратных метров товаров в год. Эту цифру удастся достигнуть в 2024 году. Ульяновск является одним из логистических центров Поволжья, из которого очень хорошо продавать такую продукцию с максимально коротким плечом и с максимально большой рентабельностью. На данный момент мы установили 5 производственных линий, которые будут в ближайшее время максимально автоматизированы. Как вы видите, вот сзади меня находится робот. Обслуживает линию 3 человека, но при этом на предприятии уже трудится 250 человек. Это говорит о больших масштабах производства. В планах принять в штат еще 100 специалистов. Часть из них будет работать на новом оборудовании. Его установят на площадях завода в ближайшее время. Александра Никитина, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.